Всем привет! Сегодня расскажу я вам, возможно ли заработать 5, 7 или 10 тысяч фунтов в Англии на фермах. С собственного опыта я вам покажу отпускные, пейслипы, налоги, которые можно вернуть и которые нельзя. В Англии я проработал полгода и очень доволен. Налоговый год в Англии начинается с апреля. Всего я 24 недели проработал, из них 3 недели до апреля и 21 с апреля по август. Так, видим вот такой талмуд. По советам ребят сказали мне, чтобы я скачал в электронном варианте или распечатал их пейслипы. Итак, начнем. Первые 4 недели, это у них закончился налоговый год, 52 неделя, вот как вы видите, то есть за первые 4 недели мне платили каждый час 8,91. И за каждый переработанный овертайм, вот вы видите, 19.33 по 11.4, начислено грязными. И тут снят налог и получил чистыми. И 1074 фунта, общая сумма начислена 1490. Pay-tax налог можно вернуть, а ник нет. Вот мы близимся к той цифре, можно ли заработать 10 тысяч. К счастью или к сожалению для кого-то, да, возможно, я почти заработал 11 тысяч. Свыше 12 тысяч с половиной, если не помню точно, 12 или 12 с половиной, идет совсем другой налог. Там процент растет, если не ошибаюсь. Pay-tax можно вернуть. Из 1168 фунтов мне снимут налог. И остаток я могу уже получить. А ник нет, нельзя. Это ник, это специальные взносы, которые вы платите из своих доходов. В отличие от других налоговых выплат, НИК предназначен для того, чтобы обеспечить вам доступ к определенным государственным пособиям, таким как государственная пенсия и другие гарантированные социальные выплаты. От пенсии можно отказаться и вам будут выплачивать. Но это спустя 3 месяца, как вы отработали. На 3 месяце, если я не ошибаюсь, вам придет письмо в электронном варианте или от фермы, вы должны будете запомнить в электронном варианте, открыть свой пенсионный фонд, скажем так, и там сразу же можно будет отказаться. Если кому-то интересна эта тема, как отказаться от пенсии и получить иншуранс, напишите, я сделаю видеоролик. Итак, вы видите, эти суммы возможно заработать, я не перерабатывал сильно. Были моменты, да, где было необходимо поработать, а где нет. Чистыми я получил 8500 фунтов. Естественно, я столько не привез, но около 7 точно привез, скажем так. Из них я потратил, это, естественно, питание и какие-то личные вещи. Если вам было интересно, напишите, на какие еще темы вас интересует, чтобы я создал для вас видео. Всем спасибо. Кто не подписался, подписывайтесь. Если кому-то интересно,
Буду рад для вас